сериале «Место под солнцем» 1, 2, 3, 4 серии вы увидите, главная героиня истории – обычная провинциальная девушка Марта Райтсона, которая после несправедливого обвинения в убийстве вынуждена бежать из родного города. Под чужим именем она попадает в дом столичного кандидата в мэры Игоря Парфенова и его многочисленного семейства. Здесь Марта знакомится и влюбляется в Алексея, пасынка Парфенова, с которым тот много лет ведет скрытую войну. Ситуация осложняется тем, что Марта, жена Дмитрия, младшего сына Парфенова, известного столичного гонщика и плейбоя, который женился на ней в пику отцу, но со временем по-настоящему полюбил. О том, кем на самом деле является невестка Парфенова, случайно узнает Никита Санников, следователь, давно пытающийся найти какой-то компромат на эту семью. Угрожая посадить Марту в тюрьму за убийство, Санников заставляет ее шпионить за Парфеновыми. Марта оказывается в центре большой и серьезной игры, в которой замешаны деньги, сведения личных счетов, финансовые аферы и человеческие страсти.